До зацікавлених поглядів сотень учасників та допитливих журналістів все ніяк не звикне ось ця 14-річна дівчинка. Я сижу, понимаешь, у меня ноги трясутся от страха, и они просто их сводят. Я как-то сижу, нервничаю. Я не знаю почему. То ли у меня черта такая, то ли я стесняюсь. Нещодавно на сором'язливу дівчинку звалилася неочікувана популярність. Домашнє відео, на якому захоплена бітбоксом Оля вправляється зі звуками, випадково потрапило до інтернету і назбирало понад 2 мільйони переглядів. Мой брат на работу пришел как-то, ему друзья говорят: ой, слушай, давай мы тебе видос покажем, там вообще девочка одна, вообще не поверишь, что делает, такой подходит, смотрит, ну, улыбается, говорит: так это ж моя сестра. Оля зізнається, виступати у порожній кімнаті зовсім не страшно. А от як воно стояти на найбільшій сцені країни, дівчинка і думати боїться. Ух ты! Здрасте. Привет, как зовут? Меня зовут Оля. Оля, сколько лет? 14. 14. С чем пришла? С битбоксом. Да ладно? Да. Ух ты! Девчонок у нас еще с битбоксом не было. Давай. Поддержите меня. А где-то так еще аплодировали и скандировали: молодец тебе. Пока нет. Ну вот, все. Будет все впервые. Мне понравилось. Я присоединяюсь. Ты молодец, круто, классно. Будем считать, что ты только что продемонстрировала все свои способности, а теперь осталось только сделать еще такой мощный, классный номер музыкальный, чтобы добить тех, кто, может быть, в этом не очень хорошо разбирается. Влад. А че сразу Влад? А я не тебя имела в виду. Не, неплохой уровень. Для 14 лет так вообще беспрецедентный, скажу тебе честно. Спасибо. Из всего того, что мы слышали. Я тебе говорю да. Спасибо. Я уже думала драться с тобой. Да! Спасибо. Оль, как фамилия твоя? Пино. Почему у нас фамилия в анкетах написано Оля Кекс? О, это мой псевдоним. Низы у тебя такие. Вот не ожидал от девчонки. Спасибо. Молодец. И с публикой успеваешь работать. Все клево. Дорогу кексам. Да. Спасибо.
Увидимся. Молодец. Оля, кекс. Оль, ну ты дала вообще. Спасибо. Зажигалка. Я никогда не слышала девчонок, которые так круто вообще вот делают это. Бывают девочки такие. Умница, молодец. Спасибо вам огромное. Рада за вас. До встречи. Три, да.